ДТП в Гомельском районе. Снова наезд на пешехода. 50-летний водитель автомобиля Peugeot 806 двигался по дороге подъезд к городу Гомель от автодороги М-10. На 32-м километре он сбил 43-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами потерпевшего доставили в областную больницу. После оказания помощи его отпустили домой. Госавтоинспекция в очередной раз обращается к водителям. При проезде пешеходных переходов необходимо быть максимально внимательным и сосредоточенным. Не забывать, что на пешеходном переходе преимущество имеет пешеход, и вы обязаны его предоставить. Пешеходам также не стоит забывать о том, что прежде чем перейти дорогу, необходимо убедиться в безопасности перехода, а именно посмотреть по сторонам и убедиться в том, что водители остановились и предоставляют вам преимущество в движении.